такая веселая команда. Итак, Дед Мороз, Снегурочка, клоун, Баба-Яга, традиционно, конечно же, и символ года петушок. Ну что, и сразу приступаем к заданию. Вытягивай, Дедушка Мороз. Так, Дедушка Мороз, сейчас посмотрим. Все зависит от тебя. Итак, дорогие друзья, ну что же, следующее задание называется «Витаминки». И почему оно так называется, я сейчас вам расскажу. У нас есть символ года на празднике, это петушок, и мы его сегодня покормим витаминками. Готовы? Так, давайте вы свой реквизит чуть-чуть отставите в сторону, а мы вам дадим немножечко другой реквизит. Итак, выстраивайтесь, пожалуйста, в одну колонну. Так, друг за другом. Давай, Снегурочка. Так, в колонну выстраивайтесь друг за дружкой. Или даже давайте сюда. Вот. Разворачиваемся вот туда, чтобы все зрители могли посмотреть. Ну что же, вот такие вот разноцветные витаминки сегодня мы подготовили. И сегодня мы будем ими кормить нашего дорогого петушка, чтобы все наши задания он желания выполнил в этом году. Ну что же, готовы? Под веселую музыку друг за другом. Сначала один участник, второй и так далее. Не забываем, что нужно делать это все очень аккуратненько и красиво. Так, Дедушка Мороз, Снегурочка, помогай. Подлечим нашего петушка, чтобы он был добрым, хорошим в этом году. И все наши желания исполнились. Ну, петушок, ты своему братцу занеси, полечи. Так, быстрее, молодцы. Так, бабушка Яга, ну, подлечи. Ты обычно это не делаешь, конечно, но... Молодец, в образе бегает бабушка Яга. Весело очень это сделать. Очень весело. Так, молодец. Отлично, только главное не потерять.